Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Сегодняшнее видео – это небольшое объявление для участниц проекта «Женщина после 50. Как сохранить здоровье, молодость и красоту». Следующее видео, которое выйдет в четверг, я адресую уже не только участницам этого проекта, но и вообще всем женщинам. Будет очень интересная информация, поэтому приходите в четверг на мой канал, а пока объявление – дорогие мои участницы проекта, те, кто уже вступил в мой виртуальный клуб для женщин, которые не хотят стареть, я недавно вам послала очень важное информационное письмо, которое касается дня нашего старта. Я смотрю, еще не все проверили свои ящики, еще не все мне ответили. Пожалуйста, найдите мое письмо в вашем почтовом ящике и ответьте мне на него. Я очень жду. Это важно, это касается некоторых технических моментов, которые нам нужны для организации нашей первой конференции. Второе объявление для тех, кто еще не вступил в проект, но, возможно, рассматривает для себя такой вариант. Объявление. 1 марта я закрываю набор в первый поток в женский клуб. 2 марта мы с девочками уже начинаем плотно работать на наши животрепещущие темы, как сохранить здоровье, молодость и красоту. И работу со вторым потоком я начну намного позже, точно пока не знаю когда, но, вероятно, тогда, когда я наберу определенное количество людей в группу. Поэтому еще раз, до конца дня 1 марта у вас есть возможность вступить в проект «Женщина после 50. Как сохранить здоровье, молодость и красоту» со скидкой 30%. Со 2 марта будет идти набор в этот проект уже за 100% стоимости, и набор будет осуществляться во второй поток, то есть набор в первый поток закрывается 1 марта. Внимание! Девочки, те, кто уже вступил, и те, кто планирует вступить в мой женский виртуальный клуб, важная информация: при вступлении в проект «Женщина после 50. Как сохранить здоровье, молодость и красоту» вам открывается доступ ко всем моим обучающим курсам по питанию, по очищению, гимнастика для лица и к моим книгам. И этот доступ бессрочный. Более подробную информацию на тему вступления в проект вы можете посмотреть в описании к видео. Есть ссылочка на статью в моем сайте-блоге. Если у вас возникли какие-то вопросы, вам что-то непонятно по вступлению или по оплате, или по организации работы в этом проекте, пожалуйста, пишите мне на электронную почту. Она также указана в описании к видео. И надолго с вами не прощаюсь. Увидимся в четверг. Приглашаю всех женщин ко мне на канал. Я поделюсь с вами очень интересной информацией, которая касается темы «Уход за лицом». Увидимся в четверг. Ваша Баечья.